Привет. Как погодка? Ну, у нас солнечно, но достаточно прохладно. Всем привет! Да, ребят, пишите вопросы. А, знаете, что вы можете еще писать вопросы прямо в ТГ. Светлана, скажите, пожалуйста. Слушайте, это прямо. Это уже прям спам какой-то. Вы под каждым эфиром мне задаете вопрос, как убрать волосы, если дорого электродепиляция. Я вам ответила, я не знаю. Не задавайте мне этих вопросов. Есть для этого специально обученные люди. Вы у них спросите. Я не знаю, у меня с этим проблем как-то нет, поэтому я интересовалась. Мне интересовалось, мне это не интересно. Всем привет. Ребятки, пишите вопросы, и мы с вами по вопросам пройдемся. Ставим лайки, кому не жалко. Да, ставим лайки, кому не жалко. Вот. И будем сейчас на них на все отвечать. Да, я бы, знаете, ребят, Светлана, я опять со своими вопросами про фолликулы. Если их мало, можно ли пополнить? Вы имеете в виду про волосяные фолликулы, да, получается? Так, давайте я так вот сделаю. Я не знаю, какая у вас ситуация. Это же в любом случае. Это в любом случае нужно смотреть, какой у вас образ жизни, почему у вас так. Это есть генетическая предрасположенность. Это, возможно, после родов очень сильно, когда волосы сыпятся. Нужно смотреть, что у вас. Но, в принципе, я говорила уже, что я делаю на... Я вообще очень люблю масла. И у меня кудрявые волосы, они очень пористые, они очень сухие. Я люблю масла. Я практически всегда у меня голова в масле. И просто это не видно. Не особо видно, потому что такие волосы. Я на конопляное масло. В конопляное свежевыжатое масло добавляю различные масла, но я пользуюсь дотеровскими. Вот, туда обязательно входит розмарин, но и там различные, там мята, чтобы стимуляция была. Розмарин это вообще одно из самых лучших масел. Лаванда,
чайное дерево, кедр, мира, кипарис. То есть я разные добавляю, иланг-иланг, но это в зависимости от того, что мне сейчас хочется, какой аромат. А вообще, я говорила, есть тоже такое хорошее средство. Это никотиновая кислота. Смешивайте никотиновая кислота, ну, 10 ампул обычных. Есть еще, она продается в больших ампулах. Это для волос там написано специально. Я такие никогда не брала. Не знаю, мне кажется, соотношение размера, они более разбавленные. Я брала самые обычные, которые для внутривенного введения. Вот. И получается никотиновая кислота, вот эти 10 ампул. Потом в аптеке я брала прополис, он на спиртовой основе, бутылек такой. И алоэ, он тоже на спиртовой основе, тоже бутылек. В бутыльках вот таких вот они, в небольших. Вот. И в эти 10 ампул половина бутылька прополиса и половина бутылька сок алоэ. Оно дает такую реакцию еще, у вас будет прям белое такое бурление. Вот. И вот этим вот я в шприц, и здесь на корни головы тоже очень-очень хорошо, они прям восстанавливают волосы, вот такая вот маска хорошо. Вас два солнца светит. Это вы про картину? Это я еще не дорисовала ее. Это то, что мне пришло. Это не два солнца, это портал. Один из них портал такой. Благодарю вас за знания. До свидания. Спасибо. Добрый вечер. Нет, у женщины, чтобы забеременеть. Но чтобы забеременеть, тут вообще все, что касается беременности, все, что касается продолжения рода, все, что касается продолжения рода, это всегда голова. Насколько мы не готовы идти в продолжение себя. Это первый момент. И второй момент. Вы не забывайте, что если мы говорим о традиционном зачатии, не пробирочном, да, не то, что вот мне надо ребенка, и все, я тут забеременю, хоть что сделаю, но я вот мне нужен ребенок. Это, наверное, когда женщина не может забеременеть, нужно смотреть, почему мужчина не хочет продолжения рода. Что его стопорит? Потому что первым беременеет на ментальном уровне мужчина. А потом уже на том же ментальном уровне женщина, как созревшая мать рядом с этим мужчиной, когда она чувствует себя в безопасности, когда она чувствует, что она готова продолжать род именно с этим мужчиной, то тогда она беременеет. Это первый момент. И второй момент, вы не забывайте, что тут же еще про беременность очень много всего. То есть, например, если у женщины рождаются мальчики, то мальчики по линии матери берут ее как правильно сказать-то? Они берут с рода матери знания, умения, ну, то есть ум, давайте так назовем ум, хотя его не существует, да? Вот. Если рождаются девочки, то они из рода отцовского, то есть что вот у отца было, то они тянут, берут, превозносят в этот мир. Вот. То есть если... Я знаю, там, ну, например, там говорят, там, ах, ты там, стоят, кричат там на, сколько я вижу, там, на сына, там, ты такой же бестолковый, как твой отец. Нет, он такой же бестолковый, как твой отец. Вот, нужно с этого начинать, да. И если у отца, то есть, если, например, у моего отца, он, например, был
математик, то я вижу, что он, что у меня старший сын, у него все вот эти вот математические таланты. Если он отлично играл на гитаре, то я вижу, что у меня у младшего сына он у меня гитарист. Вот. Мне как-то, видимо, ни то, ни другое не передалось через поколение. Но тоже хорошо. Вот. Поэтому здесь такой вопрос. Это нужно смотреть, почему вы не идете туда, в этот опыт. Я не могу сказать... У нас, смотрите, у нас по медицинским показателям, да простят меня врачи, всего 2% женщин не могут забеременеть. Что ты хочешь? А? Микрофон мне здесь не выключить. А что ты там говоришь? Это то же самое, что когда у женщины заканчивается молоко. Тоже по физиологическим показателям только 2% женщин не могут кормить грудью. Все остальное — это социальные нормы, социальные программы, социальная жизнь, сфера питания, сфера образования. То есть это все накладывает отпечатки. И у нас вот за счет этого получаются вот такие вот результаты, которые у нас есть сейчас. Но если вы начнете в себе разбираться, давайте так начнем, не буду говорить слово ковыряться. Если вы начнете в себе разбираться, то вы увидите, что насколько это все, насколько вы это можете понять, почему вы стоите сейчас во главе своего рода. То есть все знания, все умения, все навыки вашего рода, они закапсулированы в вас. Представляете, какой вы клондайк? И то, что вы не можете из себя это вытащить, это не говорит о том, что у вас этого нет. Насколько сахар вреден на сыроедении? Ребят, вот смотрите, я вообще не про вредность. Я вам уже говорила неоднократно. Вот иногда смотришь на человека, вот он сыроед, моноед, хреноед, весь такой книгами обложился, весь такой прям вот духовный-духовный, и духовными практиками занимается, и физкультурой духовной, там и йога, цигун, и все вот это вот делает. И все вот он, и одежда-то у него вся из льна, из крапивы, из конопли, там вообще непонятно из чего. И вот он прям весь вот такой вот, весь правильный, весь чудный такой. Но смотришь на него, вот говно говном. А иногда смотришь на человека, вот он сидит, он выпивает, он ест мясо, он матерится. Но это прям вот, это такой открытый человек, это с ним настолько приятно находиться. Поэтому, когда вы спрашиваете, вредно ли это, вредно для чего? Если мы говорим о том, что вредно ли для какой-либо нашей биоты, да, то да, конечно, вредно. Но тут нужно смотреть, про что вы тоже говорите. То есть у нас же есть пробиотики, это живые бактерии, есть пребиотики, это то, чем они питаются, есть симбиотики, это живые бактерии, плюс то, чем они питаются, и есть метабиотики, это то, что производят живые бактерии, то есть продукты их метаболизма, то есть для нашего внутреннего мира одно из самых полезных, давайте так это назовем. Поэтому, когда вы говорите, насколько вреден сахар, нужно понимать, для чего вреден. Для того, чтобы построить вашу новую нейросистему. Жук. Да, сахар препятствует. Если для того, чтобы вы были
веселы в каких-то моментах и не раздражались на ваших окружающих, то сделайте вывод сами, выбор сами. Вот, потому что сахар есть, тут же нужно понимать, что какой сахар. Сахар, который в фруктах, это фруктоза, это сахароза, это искусственные сахара, это фруктовые сахара. И кто вы по своему физиологическому строению? Когда вы ответите на все эти вопросы, тогда можно будет, тогда вы уже не будете мне этот вопрос задавать. Вам будет понятно, насколько, что для вас будет актуально. Всем привет. Вредны ли гормоны? Какие гормоны? Для чего гормоны? Как радоваться каждый день? О, а зачем радоваться каждый день? Вот смотрите, нам так напихали в голову говна всякого, что... Посмотрите, как все прекрасно, нужно вот этому радоваться, этому радоваться, этому радоваться. А по факту вы из себя выдавливаете то, что не ваше. Но если вы что-то о чем-то очень-очень радуетесь, то вы должны четко понимать, что если есть плюс, то где-то есть минус. Вы его куда, в трусы запихнули? Он же у вас выстрелит, этот минус. Я не говорю про то, что нужно быть унылым говном, но я говорю про то, что, что для вас тогда радость. Есть благость — это одно, а есть радость — это уху, это другое. И вот когда я смотрю на человека, то есть есть в моем поле такие люди, на которых я смотрю, там, ой, солнышко, боже мой, солнышко, какая прелесть! Потом пошел дождь, там, ой, дождик, боже мой, как свежо, как замечательно. В лужу упала, матушка ты моя, как я освежилась, как все замечательно. И на них смотришь и думаешь, блин, может быть, я какая-то не такая, может, я какая-то корявая. Думаю, ну, блин, радуются же люди вот вообще всему. А потом через какое-то время сидишь, а этот человек рыдает. День, два. Потому что говорит, ну как так? Ну меня, я уже все у себя проработала или проработала. Вот я вот уже такая благостная, я всему радуюсь, я все готова отдать. Я все... А у меня вот это не складывается. Потому что вы запихнули это. Потому что вы замаскировали. Вы пытаетесь вот это, что у вас подтекает, вы пытаетесь это замазать. А так не пойдет. Нужно, я не говорю, что нужно смотреть плохо на ситуацию, либо хорошо. Нужно, она просто есть. И зачем ее оценивать как хорошо, либо как плохо? Она же просто есть, без вашей оценки. Эта оценка вообще никому не нужна, она нужна только вам. Хороший сегодня день или плохой сегодня день? Как меня сегодня спросили. А какая у вас погода? Она не хорошая, не плохая, она солнечная и прохладная. Для кого-то это хорошо, для кого-то это прохладно, плохо. Но это просто факт. Она не хорошая, не плохая. Она вообще никому не хочет понравиться. Никому не хочет понравиться. Поэтому это же, опять же, есть, знаете, такое, вы все об этом слышали. Правильно задавать вопросы. А к чему это говорится? Глубже туда начинайте рыть. К чему говорится правильно задавать вопросы? Потому что когда вы начинаете правильно задавать вопросы, у вас этот вопрос отпадает. Хороший день или плохой? Что значит хороший или плохой? Какой сегодня день? Вот такой. Он не хороший, не плохой. Это всего лишь твое восприятие на фоне твоего мировосприятия. И все. Так. Если сталкиваешься с мобингом на работе, увольняться, как вести себя в такой ситуации? С мобингом, с буллингом вы имеете в виду? На работе? Да почему увольняться? Вы же на другую работу придете, и у вас будет все то же самое. Вот у меня сейчас есть в личном сопровождении, в индивидуальном сопровождении, девочка одна. И вот она тоже. Вот у меня на работе то-то, то-то. Вот у меня на работе то-то, то-то.
еще до того, как пришла на индивидуальное сопровождение, я говорю, ну хорошо, нужно рассматривать это. И в результате она ушла с этой работы и пришла на новую. Пришла на новую, говорит, вот у меня на работе то-то, то-то. Я говорю, так у тебя и на старой было. Я говорю, то, что ты работу сменила, ты-то осталась. Смотрите, как работает. Все. Вот есть ты, а вот работа. И вот этот вот буллинг вокруг тебя. Если ты из этого кольца выйдешь, то есть смотри, не вот это вот основа, а ты основа. Не ты из него выходишь, а здесь оно остается. Понимаешь? Ты вот это вот стряхиваешь, ты-то остаешься, основа-то то же самое. И на тебя новое, точно такое же наматывается. Ты-то не поменялась, ты-то здесь же и стоишь. И если ты говоришь, что увольняться или нет, ты на другой работе то же самое схватишь. Это ты такая. Это ты такая. Это с тобой так можно. Это ты так воспринимаешь. Ну вот попробуйте меня побулить. Ну, пробовали. И до сих пор пробуют. И хорошо. Очень рада. И я уже говорила на том эфире, что пишите комментарии. Там вот все, что угодно. И чушь несет. Старая, страшная, глупая, толстая. Там еще что-то. Только не меньше 7 слов. Вот. Потому что комментарий должен, чтобы продвигать видео, больше 7 слов. Уж позвольте себе выписнуть все, что вы думаете. Вот. А так, это же просто ваше восприятие ситуации. Это не ситуация, такое, это ваше восприятие. Ну что они, вот к примеру, вот напишите хотя бы какой-нибудь пример, что вот вам делают на работе. И мы его разберем. Ой, Владимир. Замужем ли я? Вы что-то мне хотите явно предложить, Владимир. Около года назад стала появляться одышка. Не могу нормально подняться на третий этаж. Борюсь с этим проблемой. Блин, у меня светлая футболка, меня плохо видно, а у меня один телефон только под рукой. Проведением сухих дней, боюсь с этой проблемой, проведением сухих дней 5-3-1. Также каскады по месяцу через день, изменения незначительные. Ну, сколько вам лет, во-первых? Что вы, кроме сухих дней, делаете? А какой у вас образ жизни? Может, что-то посоветую? Может, что-то посоветую, если подробнее расскажете? Стула нет целый месяц, ничего не болит, ничего не тревожит, живот мягкий, без боли, ем 2 раза в день без мяса. Вот как к этому относиться, что делать? Ко врачу бежать? Вы что, с ума сошли? Месяц нет. Представляете, сколько у вас там гнили? Нужна ли соль человеку? Вы знаете, ребят, вообще тут опять же спорный вопрос. Если мы говорим о том, если человек вообще в принципе кушает традиционное питание, это одно. Веган, это другое. Сыроед, моноед, жидкоед, неед, редкоед, да? Тут нужно смотреть, потому что изначально, если мы возьмем, то у нас даже в воде, ну, кроме... кроме специфически очищенной, давайте так ее назовем, есть соли, вот. Есть в фруктах соль, есть в овощах соль. Если мы говорим, что вы уже сыроед со стажем, давайте так это назовем, да, со стажем — это когда вы чувствуете себя хорошо. Это когда вы понимаете, что вы кушаете, понимаете, для чего кушаете. Понимаете, что у вас с организмом происходит, то, конечно же, вы себе соль добавлять не будете. У вас организм будет брать эту соль из тех продуктов, которые вы употребляете. Если мы говорим о том, что вы едите, а традиционно, то
Тут, в принципе, если мы говорим о традиционном питании, вы его в любом случае с солью едите. Потому что какие-то, если мы говорим о том, что вы даже какую-то там, например, курицу покупаете, то в курицу добавляют, когда там добавляют ее печку от антибиотиками, антибиотики с определенным составом, которые на основе которых некоторые бактерии развиваются на основе соляных растворов. Для чего это делать? Для того, чтобы у вас было большее потребление. Потому что соль дает большее потребление. Вот. Поэтому нужна ли соль человеку? Нужна. Но это не вот эта вот, которая подсолить, а та соль, которая содержится в продуктах. Нужна ли соль человеку, когда он, например, на каком-то совсем на редкоедении? То если он употребляет что-то, ну редко же он что-то употребляет, значит ему этих солей хватает. Но и вообще могу сказать, что в воздухе достаточно большое количество влаги, и в том числе в этой влаге тоже присутствуют соли. Вот. Их практически везде они присутствуют. Вот. Причем есть даже очень много научных статей, и там вот про соль очень-очень много рассказано. Благодарю вас, уважаемый, за такое... Очень интересный прямой эфир. Благодарю. Как защититься от воздействия на сердце других лиц, сущности? Мои ощущения болезненные. Воздействие на сердце других лиц, сущности? Как защититься? Ну, а как вы к себе вообще допустили? То есть, ребят, смотрите, я могу сказать, и это... С этим... Могут кто-то не согласиться, но отрицать это категорически никто не может, потому что даже наука это на сегодняшний день отрицать не может. Что мы живем в этом мире не одни. То, что мы что-то не видим, это не говорит о том, что мы в этой плотности одни и больше никого нет. Даже наука уже сейчас к этому подходит с разных сторон. Но тут же другой момент. Вы говорите про аренду вашего тела. И тогда давайте загляните туда, где вы его сдали в аренду, свое тело. Потому что если вы чувствуете себя, если вы понимаете и ощущаете, что вы не тело, что тело — это ваш великий дар, величайший дар в этой плотности. Это вам подарили, это ваш подарок. Это не вы. То как может в ваш скафандр кто-то попасть, если вы это не тело? А если вы себя ощущаете кусочком мяса, вот этим вот пакетик костей, ложечка крови, то тогда где вы? Почему вы и есть ощущение этого мяска? Как похудеть автоному? Как похудеть при автономии и избавиться от лишнего веса, даже если автономии несколько лет? Вот когда будете автономить, вопросов этих не появится. Причем здесь тело? Это то же самое, что вы бы мне начали говорить. Вам кто-нибудь пришел бы, не знаю, там, в парикмахерскую, вам бы начинали говорить там, какую вам стрижку сделать? Вы такие, подождите, при чем здесь стрижка? Какие заколки мне носить? Говорит, а заколки-то на какой стрижке? Говорит, при чем здесь стрижка? Заколка какая лучше? Вот. Фантик-то вы почему рассматриваете? Почему вы с поверхностной стороны вообще это смотрите? Почему вы такой поверхностный сейчас в своем ощущении? В своем проживании? Забеременеть могу, выносить не могу. Или не надо пытаться? Ну, надо или не надо пытаться, вы сами решите. Забеременеть или выносить, это же разные моменты. Смотрите, забеременеть или выносить. Здесь же про что говорится? То есть мы с вами уже говорили, что самое первое, что формируется в ребенке, самое первое, что формируется,
как при зачатии, да, это щитовидная и паращитовидная железы, то есть горло, то есть что из внутренних органов первично формируется. И ЖК дает импульс на формирование других импульсов уже потом, далее. И когда у вас, у вас, у ребенка, у нас у всех формируется вот эта вот щитовидная железа, она что такое щитовидная железа? Это наш шейник, это то, что нас уже здесь оставляет в этом мире. И если она сформировалась, то, как правило, душа уже здесь остается, остается душа в этом теле. Это первый момент. Если вот до этого момента ребенок дожил до формирования щитовидной железы, плод дожил, то есть душа же не сразу же, нет такого, что сначала душа в вас вселилась, а потом раз, тело начало развиваться. Не-не-не. Душа приходит в тело примерно, ну, как рассказывают дети, а дети, они хорошо помнят, примерно недели через две, как уже начинает формироваться плод. То есть они, это не говорит о том, что они не выбирают заранее родителей. И такое есть, и дети вспоминают, и дети рассказывают, и сейчас очень много таких историй. Вот. И когда щитовидная железа формируется, то есть она уже здесь остается, как правило. Но есть второй момент. После того, как формируется щитовидная железа – это командный пункт. Это наш командный пункт на всю оставшуюся жизнь. Да? Что происходит с щитовидной железой, то в 70% случаев происходит и с нами. В нашем внутреннем мире, это в наших органах, и наружном мире. Вот. И далее идет построение в теле диафрагмы. Мы с вами об этом говорили. И что такое диафрагма? Вы все, наверное, слышали такие высказывания, как «со вдохом рождаешься, с выдохом умираешь». Почему это говорится, опять же? То есть диафрагма – это когда душа в теле, как будто ее растягивают, разделяют. То есть душа совмещает щитовидную железу и диафрагму. Это абсолютно разные типы клеток. Они другие. Вот. Да, у нас в нашем теле есть различные типы клеток. Вот. И как раз вот эта вот диафрагма, она когда уже дошло до диафрагмы, то, как правило, ребенок уже остается здесь, он остается в этом теле. В этом теле до первого вдоха. А с первым вдохом уже будет там дальнейшее понятно. То есть, что такое первый вдох? Что такое диафрагма вообще в человеке? Диафрагма – это когда она начинает работать, это... И вот это вот «я здесь!» И потом «я вышел!» Да? Вот это вот как раз и диафрагма. И здесь нужно понимать, на каком этапе у вас идет, вы говорите, забеременеть могу, выносить не могу. На каком этапе вы не можете выносить? На каких сроках у вас постоянно идет выкидыш? Это же очень важно. Где душа понимает, что она с вами не будет, что она не готова передавать род отца? И вот сейчас вот я про это говорю, а вы все равно мне пишете про себя. Я не могу выносить, я не могу. А что с папой происходит? И вы мне говорите, или не надо забеременеть, или не надо пытаться. А папа что насчет этого думает? Вообще, ваш супруг, вы же с кем-то беременеете? У меня то же самое по поводу буллинга. Шефиня, это шеф, наверное, на меня закричала без особой причины. Это не первый раз. О, как это здорово. Но смотрите, если на вас кричит шефиня, это шеф, так я понимаю, да? Вот, если на вас кричит шеф, это представляете, насколько вы ее разгружаете, что она может себе позволить на вас крикнуть. Но здесь другой момент. Здесь же две стороны. Ну, везде их очень много, с очень многих граней можно рассматривать. Первая грань – это то, когда она на вас кричит, вы можете просто спокойно подойти и сказать, там, может быть, вам могу чем-то помочь, что-то у вас случилось?
Я понимаю, что у вас сейчас накаляется ситуация, но на мне ее выплескивать не нужно. Я готова с вами переговорить и готова вам помочь. Но со мной так разговаривать не надо. Если вы понимаете, что на вас кричат, потому что вы нифига не делаете, то это другой вопрос. Но опять же, тут же дело не в том, что вы делаете, а вопрос в том, что как к вам другие относятся. Почему вы представляете того человека, на которого можно повысить голос? И если это уже не впервые, то нужно задуматься в первую очередь о вас. Почему вы в первый раз разрешили это сделать? Почему второй раз с вами такое происходит? И если это только на вас кричат, это один вопрос. Если она кричит на всех, то это другой вопрос. То есть это у человека есть какие-то проблемы. Вы же, вот смотрите, вот мне кто пишет, но, наверное, 90%, минимум 90% все люди, когда я говорю, что чем ты хочешь заниматься? Говорят, помогать людям. Видимо, вокруг всех такие беспомощные все, вот, поэтому все хотят помогать. Вы чем хотите заниматься? Если вы хотите помогать людям, если вы хотите себя дарить, вот ваша, пожалуйста, первый ваш клиент. Помогайте. Помогите ему через себя. Поможете ему, поймете, что в вас. Поможете себе, поможете, поймете, почему у него так. Так. Ярик, а? Дай мне телефон, пожалуйста. Он не разряжен? Нет. Да. Ну, там нет, по-моему, меньше 20, по-моему. Ну, попробую я. Мне просто так неудобно читать. Здесь. Так мне будет удобнее читать, ребята. Сейчас. Секундочку. Так, про буллинг. Мне 55 лет. Ну, молодая девочка. Питание, сыроедение 78%, остальное вредная еда. Вредная еда – это бургеры? Что в вашем понимании, опять же, вредная еда? Вегетарианка 14 лет, временами веганка. Ну, 55 лет, вы же понимаете, что это, блин, но это... Это молодость. Ну, 55 лет, ребят, правда. Какие вообще физнагрузки у вас есть, кроме как то, что вы... Иногда выходите на голодание, как я поняла. Так, Мария, если в 40 начинается менопауза, мало фолликул для оплодотворения, врачи выписывают гормоны на полгода. Выписывают гормоны, чтобы что? Чтобы менопаузу скорректировать, либо чтобы вы забеременели. Просто я не могу немножко отследить, потерялась, видимо, кого с кем путаю. Спасибо большое за сердечко, очень приятно. Вот, если мы говорим про менопаузу, то если скорректировать какие-то приливы, да, то есть много других моментов, которые можно обойти, и я думаю, что не гормональной терапией, потому что гормональная терапия, она все же, наверное, больше не очень благостно, так скажем, действует на ваш организм. Вот. И 40 лет, блин, 40 лет это, ну, это прям очень молодой возраст.
Так, не знаю, как допустила сон или сон, но есть и все, что делать. Иван. Иван. Я не могу вам с этого это сейчас сказать. Вы, наверное, так. Подождите. Про что вы мне писали тогда? Давайте так. Я не могу найти, про что вы мне писали. Соль тепло дает. Конечно, зимой зверей уменьшается диких, если не подкармливают солью мороз. Блин, ну что вы себя, почему вы себя сравниваете все время с животными? Я вот этого понять не могу. Животными, то можете себя с животными, например, которые находятся в неволе. Это одомашненные животные, это которые в зоопарках животные, там в каких-нибудь вольерах, там еще что-то в искусственных, в искусственной среде, и которые в дикой среде. И вы можете посмотреть, есть же статистика, она официальная, и животные в дикой среде, в своей среде, в той, в которой она есть, то они живут на процентов 20-30 меньше, короче у них жизнь. Поэтому здесь вы на что смотрите? На каких животных, которых как подкармливают? То есть там же у них смертность намного больше от того, что они успели, не успели что-то съесть. Там они друг друга за выживание борются. Там еще что-то, там много очень разных факторов. А в неволе они живут, они едят там и соль, и сахар, и что только, чем мы только их не кормим. Со своего стола мы кормим животные, и поверьте, возьмите официальную статистику, и там будет прям вам все разложено. Что на сегодняшний день по статистике, конечно, вы можете со мной спорить. И можете говорить, ну как, там же все-таки, Я не про спор, я просто про факты. Просто люди себя очень любят сравнивать с животным. Но когда их начинают называть и обзывать каким-нибудь животным, ну, кроме там киски, зайки или еще чем, кем-нибудь, котиком и кошечкой, а, например, там кем-то другим, то они почему-то не очень хотят с собой сравнения. А что касается дикой среды и подкармливания животных, то почему-то сразу же, а вот животные. Но, во-первых, давайте начнем с того, что у нас как минимум костный состав разный. И помимо того, что костный состав, у нас еще и позвоночник, это наш позвоночный столб, который играет огромную роль в становлении нас как человека прямоходящего. Вот. И мы единственный вид на этой земле, у которого позвоночник вертикально, у всех остальных горизонтально. И у шимпанзе он тоже горизонтально изначально, когда он стоит в своей привычной позе, он тоже горизонтально. И у жирафа горизонтально. Поверьте, мы единственные, кто с вертикальным позвоночником. То есть у нас вообще по-другому налажен весь метаболизм, и который эволюционирует. Поэтому не знаю, насколько это корректно сравнивать себя с животными. В моем случае пример мобинга: коллектив дружит против тебя. Игнор и придирки. Агрессия со стороны некоторых коллег. Но это вы такая. То есть, представляете, они собрались против вас. То есть я не говорю, что вы такая плохая. Возможно, вы настолько хорошая, что они не могут себе этого простить. Им, может быть, неудобно рядом с вами. Они чувствуют себя всегда ущербными рядом с вами. Не такими красивыми, не такими умными, не такими талантливыми. Я ж не знаю, что у вас за ситуация. Вы другая. И знаете, у нас вообще делятся люди на два типа. Которые такие, как все, стремятся быть такими, как все. И такими, которые стремятся быть не как все. Но люди, которые
когда стремятся быть такими, как все. То есть очень же многие говорят, а я вот не такая, как все. И почему люди любят, например, гороскоп? Потому что в гороскопах, а вот эта кошечка, а вот она такая, а вот он такой, он такой, да, это про меня, это я, это прям вообще мое. А по факту, если там, например, что-то скажут про тебя там или что-то, о, это вообще там знак зодиака, или там, или вот этот работник, или что, он такой вообще бестолковый, вообще такой дурной, я такой, да блин, точно не про меня, но я точно не такой. Вот, а когда что-то хорошее, что-то такое дерзкое, это вот сразу же, о, это мое, это про меня, это я. Вот. И как раз это про то, что когда мы хотим быть не такими, как все, когда мы хотим быть не такими, как все, это чтобы отличаться, но хорошо, чтобы я был такой звездой. Но когда что-то случается, давайте так просто остановимся, то человеческая натура пытается быть такими, как все. То есть неважно, это, например, наводнение. Ты становишься такой, как все, чтобы выжить. Например, там, ну, на какие-нибудь там хорошие действия тебя отправить, там все будут, там разные коалиции будут не дружить друг с другом, давайте так назовем, да, чтобы нас не заблокировали. Но ты же не можешь в это время стать посередине и начать играть на баяне. А вот я не такой, как все, я сейчас буду на баяне играть, да? Нет, ты прильнешь к какой-нибудь, к таким, как все, таким, как подобными, как я. И здесь же тоже про то, что ты не такая, как все. Ты чем отличаешься? Ты, значит, чем-то отличаешься от них. И то, чем ты отличаешься, ты не хочешь это менять. Либо ты не хочешь это замечать. Тебе в этом состоянии удобно. И то, что ты говоришь, мне это не нравится. Нет, ты найди, почему ты в этом состоянии. Не поддерживай себя в слабости. Не надо говорить о том, что я не знаю, что такое. Вот они вот такие плохие, я не знаю, что такое. Вот это поддержание себя в слабости. Зачем тебе это? Начни по-честному себе отвечать. Да, они меня булят, потому что я не такая, как они. Чем я отличаюсь? Это может быть неважно чем. Ты найди, чем ты отличаешься, только безоценочно. Когда ты будешь говорить про хорошо или плохо, ты же будешь говорить это со своей позиции. А тебе нужно понять с их позиции, почему они к тебе так относятся. Не с твоей позиции. С твоей позиции ты страдаешь. Тебе зачем оно? И вот это опять же про честность. Насколько ты честна с собой. И когда ты идешь вот в эту позицию, я сейчас посмотрю, почему я не такая, как все. Я, может быть, с ними не сажусь обедать, может быть, я одеваюсь как-то по-другому. Вот они ходят, например, в офисном дресс-коде, да. А я, например, там в розовых колготках, в зеленых шортах и с бабочкой на голове. И поэтому они надо мной смеются. Но тогда ты просто должна понимать, если тебе нравится так выглядеть, значит, ты должна понимать эти последствия основного социума, как они будут к тебе относиться. И это не хорошо и не плохо. Это в их, мы в их мировоззрение сейчас не лезем, а говорим про тебя. Чем ты отличаешься от них? Тем, чем ты отличаешься от них, им это не нравится. Но ты должна понимать, что если ты хочешь быть с ними заодно, то тогда найти чем ты им не угодила. И либо это исправлять, либо понимать, что да, я этим не угодила, значит, все понятно. И да, я не такая, как все. Если не попал в скафандр никто, но воздействует. Например, магия, возможно, девушка. Возможно. Что делать? Как защищаться? Как забрать разрешение, если дал осознанно или неосознанно? Ответ не получил. Вот про что. Ну да, сейчас же очень много и заговоров, и приговоров делают. И
и кто-то понимает, осознает, что это, что они делают, а кто-то ведь не осознает даже. Ну, это сделали и сделали. И хорошо. И пусть будет мое. Вот. Я понимаю сейчас, о чем вы говорите, но я вам, конечно же, в одном эфире сказать прям так точно не могу, но самый простой способ, и он действенный, действительно помогает, это просто вот под душ встать вечером и хорошо-хорошо намылиться с ног до головы и прям про себя понимать, что я все, что кто на меня что-то наговорил, что-то сказал, что-то сделал, я все с себя снимаю, я все с себя смываю. Я все, кто что-то мне дал, сделал, наговорил, все забирайте себе, мне вашего ничего не нужно, и свое я тоже никому не отдаю. Чтобы это было в две стороны, не думайте, что в одну сторону только это работает. Не надо говорить, что вы все заберите из себя, а я вас сейчас еще журить буду. Нет, нет, нет. Это когда вы так говорите, то есть мне вашего ничего не нужно, забирайте все, что вы сказали, сделали, там еще что-то. И я забираю все, что я сделала в вас, в вашу сторону, плохого. Вы должны тоже понимать, что вы за свои действия тоже отвечаете. Этот бумеранг и ваш. Принимайте его с достоинством. И вот когда вы это проговорили, тогда вы это смываете. Вот. И после этого обязательно перед выходом из душа холодной водой обливаетесь. Когда холодной водой обливаетесь, что происходит? То есть это уже на физиологическом уровне происходит. Когда холодной водой обливается, то клеточки сжимаются, у вас такое... И вот это вот когда... Вы просто думаете, что это просто такое вот и все. А по факту, когда вы радуетесь, когда что-то такое вот приятно, боже мой, вот это вот все, это сразу же моментально входит в вас. И когда вот это происходит, холодной водой вы такие, принимаю благость. Вот в этот момент просто нужно вам запомнить и сказать вот именно в этот момент, я принимаю благость, я принимаю блага этого мира. И вы почувствуете, что уже после первого раза у вас намного станет легче, а возможно, просто уже все, больше ничего не нужно будет. Это вы хозяин вашего тела, не кто-то. Я знакомые не могли 12 лет забеременеть. В сентябре мальчик родился. Ну хорошо. Ой-ой-ой. Блин, забилась. Сейчас, ребят, подождите. Да. Это как если кукла в воду действует, попадается скафандр, есть ли защита, если почувствовал человек, не скрывает, что это делает, как защититься. Ну вот я вам сказала, Иван. Благодарю вас, уважаемый. Очень интересная тема. Благодарю. Вау, очень ценная информация. Благодарю. Разве я засолю? Захар, может быть, я не дочитала уж. Не обижайтесь на меня. Выписывают гормоны, чтобы забеременеть. Здесь же другой вопрос. Понимаю. Выписывают гормоны, чтобы забеременеть. Еще раз, где ваш мужчина в это время? Почему вы... Смотрите, это же не про то, что вы хотите ребенка. Это же не про то, что... Что такое ребенок? Что такое беременность? Это когда вы с мужчиной настолько любите друг друга, что вы переполнены любовью и готовы в следующего себя влить эту любовь. Перелить, это как изобилие переливается. А когда вы уже с надрывом, ну вот это же уже не про любовь, это уже мне надо ребенка. Но вы же, например, это настолько надо вам ребенка, что я не буду брать из детского дома, я не буду брать еще кого-то, мне нужно своего. Вот своего мне нужно. Я не за то, что вы обязательно, если не получается беременеть, нужно брать там из детского дома. Это очень ответственный шаг. Это прям
люди-герои, которые берут этих детей, но для каких-то, для цели любить, да, а не для цели всякие бывают нехорошие действия. Вот. Я в восхищении. Очень ответственный шаг. Но здесь вы должны подумать, вы хотите ребенка. Вы хотите ребенка в любви или вы хотите ребенка любой ценой? Ведь это не проходит бесследно. Я ни в коем случае не хочу вас напугать или что-то предостеречь от чего-то. Вы сами решаете. Вы уже взрослый человек, вы знаете, что вам делать. Но вы так мне и не написали, или, может быть, подальше напишите, что при этом, при всем говорит ваш мужчина, это первый момент. И второй момент, если вы свое тело подготовите гормонами к беременности, что вот на этом гормональном фоне может создаться? Тогда вот на этот вопрос ответьте себе. Спасибо за сердечки. И не допускать на паузу. Благодарю вас, уважаемый, очень ценно ваш совет. Благодарю. Что такое духовность? Духовность, душевность. Это когда я это вижу, это когда ты живешь по душе. Душа не знает хорошо и плохо. Для души все благость. У нее есть опыт, она получает в этом мире опыт. Она не сортирует. Это хорошо, это плохо. С этим буду, с этим не буду. Этот дурак, этот умный. Нет, душа получает свой опыт от всего. Она в благости получения этого опыта. В благости отдавания за этот опыт. И когда человек живет по душе, то, ну, тогда, наверное, очень любят говорить про вибрации, вибрации у него другие. И с этим человеком приятно, с ним приятно просто помолчать. С ним приятно просто находиться. С ним все приятно делать. Муж очень хочет ребенка. Опять же, только своего. Да, это я ни в коем случае не обесцениваю это желание. Ни в коем случае. Я понимаю, что такое... Дети, когда это хочется, когда вы уже долго друг с другом, что хочется перейти на следующий этап. Но здесь нужно понимать, вы это хотите как эгоистическое послание самому себе. Я все-таки, мы все-таки родим ребенка любой ценой. А что будет с ним? Как будут формироваться его клеточки на фоне гормональной терапии? Как будут его нейронные связи создаваться на фоне гормонотерапии? Куда придет его душа? Какая она будет? Какой она опыт будет проживать в этом теле гормонотерапии? Физических нагрузок никаких, сразу вздыхаюсь. Это к вопросу об одышке. Все, Светлана поняла. 10 дней, начиная с сегодняшнего дня, перед сном, а с завтрашнего дня, каждое, Боже, утро. Можно так говорить, да? Находите просто... В интернете Wim Hof для начинающих. И каждое утро делайте дыхание. Всего 3 подхода. Потом захотите, можете делать утром и вечером. Но сделайте это хотя бы 10 дней. И потом просто отпишитесь, как ваше состояние стало. Потом вы себе сделаете уже и физическую нагрузку, дополните либо цигун, либо йогу, которая... Очень есть нежная, пластичная, там именно на растяжку фасции, чтобы там начала циркулировать вот эта вот вся межклеточная жидкость, чтобы кислородом начали насыщаться клеточки. Вот. Ну и, конечно же, там про дыхание. Но чтобы сейчас не нагружать сразу же, хотя можете начать и с йоги. Я вот обожаю йогу. Я ее очень люблю.
но можете потихонечку вносить. Причем йогу можно начинать делать буквально с 15 минут. Йога для начинающих 15 минут. Но не с интернета. Ни в коем случае не начинайте никакие вот эти вот упражнения йога, цигун с интернета. Ребят, если вы не можете себе позволить хотя бы первые 3-5 занятий взять с хорошим инструктором, то тогда не начинайте. Не надо. Вы не поймете, как правильно делать. Вам никто не выставит асаны, позы, дыхание никто не поставит. Вы не поймете, что это и к чему, и просто гнаться за модой, потому что модно заниматься йогой, модно заниматься цигуном, модно заниматься еще чем-то. Это говно полное. Нет, так никогда не делайте. Если вы что-то решили, найдите себе инструктора, прям того, который будет вам по душе, который вам расскажет. Спросите у кого-нибудь, кто занимается вот этими, что вас заинтересовало. Он вам подскажет для начинающих, кто рассказывает, кто правильно выстраивает асаны, как правильно дышать, где вы должны почувствовать и что вы должны почувствовать, в какой точке вашего тела. Это только делается с инструктором. Потом вы можете сами делать. Это уже ваш выбор. Но когда вы только начинаете, только с инструктором, никаких интернетов. Вы потом уже будете по интернету. Но для начала найдите себе инструктора, который... Он может с вами заниматься по интернету, но он вам расскажет, он будет смотреть в эту камеру, как вы ставите ногу, как вы ставите руку, как вы дышите. Он вас 10 раз спросит, а что вы почувствовали? Значит, не так, значит, туда идет нам, значит, не на ту ногу сделали опор. И все эти моменты он вам подскажет. Но дыхание – это первично. Да, мы только что с вами говорили. Щитовидная железа, после него вдох. Вот. Поэтому Вим Хоф – это просто он один из самых простых. Дыхания очень много. Но сама суть всегда у дыхания – это задержка. Когда вы начнете задерживать дыхание, и для вас будет норма сделать вдох, вдох 3 минуты, выдох 3 минуты, тогда у вас будут другие ощущения во всем теле. Вот. Но до этого нужно дойти, потому что первое время некоторым даже 20 секунд сделать сложно. И это не говорит о том, что вы, ой, я 20 секунд, мне больше не буду делать, у меня ничего не получится. Делайте, просто делайте. Вообще ни на кого не смотрите, у вас свое тело. Другой, может, дойдет потом до 1,5 минуты, а вы дойдете до 7 минут. Все только в делании. Нет, я уже говорила, нет бесталанных людей. Есть те, которые думают, что они ленятся. Лени не существует тоже. Поэтому Вим Хоф для начинающих 10 дней, а потом дальше. А потом подключите, найдете себе инструктора с какими-нибудь практиками. Ну, мне кажется, самые идеальные с телом работающие, которые перезапускают гормоналку, это йога, цигун. Но цигуном я никогда не занималась, ребят, правда скажу. У меня никогда и... Не знаю, не занималась. Не было, видимо, пока желания, и нет в моем поле хорошего... инструктор. Хотя я знаю, какой есть хороший инструктор, он не так далеко находится от меня, но вот пока йога. Может делать через силу? Давайте 10 дней дыхания, потом никакой силы вам не нужно будет, вы так втянетесь во все это. Самое главное, не поддерживайте себя в слабости. Не говорите, что я не успела, я опоздала, мне сейчас некогда. Если у вас нет времени на вас, нафига тогда вы вообще здесь? Тогда, конечно же, ваше тело будет рассыпаться и уходить. Светлана, вы питаетесь электричеством? Сколько лет на автономии? 4-й год. 15 марта будет 4 года. На каком питании ваши дети? Все едут, у них свой путь. Я их никуда не тяну.
Огромная благодарность за ответ по поводу буллинга. Почему моббинга? Такое слово, да, есть? Я не знаю. Мне кажется, буллинг. Может, не права. Скажите, пожалуйста, вас комары и мошки кусают или нет? Да я на этом даже не зацикливаюсь. Не знаю, может, кусают, может, нет. Возможно, эфир на эту тему сделать, раз невозможно сейчас дать информацию более глубокую. Здесь нуждало прочее, если не помогло, то... Но на Ютубе точно нет. Ютуб сейчас такое не очень любит, не очень пропускает. В ТГ мы же делаем такие разборы. Есть же три канала в Телеграм. Это школа автономии, где мы говорим о питании, о непитании, что, как у нас все работает. Есть просветление канал. Там мы говорим вот о таких вещах уже более непонятные для обычных людей. Вот. Есть канал Лаврова Светлана. Это по психологии. Это где мы разбираем, что происходит с подростками. Вот завтра у нас будет, мы про подростка будем так говорить. Там говорить, они абсолютно безоплатные. Это бесплатные каналы. Все ссылки под видео. Можете просто присоединяться туда и смотреть эфиры. Просто мы, если в одном канале я провела эфир, он только там остается. Мы его никуда не выкладываем больше. Он только в том канале остается. На другие каналы не выкладываем. И чтобы не мешать, чтобы не было каши между каналами. И в YouTube тоже не выкладываем. То есть в YouTube есть эфиры, которые идут на YouTube. Вот. Поэтому присоединяйтесь к тем каналам, вот, абсолютно бесплатно, и там мы разбираем, если есть какие-то заявки, темы, то вот там вот все разбираем. Сколько ты можешь не дышать? Да не знаю я. У меня такого нет, что могу не... Сколько? Иногда бывает такое, что, например, в горку, если такая горка нормальная, еду, если на велосипеде или бегу, то бывает, что отключаю дыхание, чтобы не задохнуться, чтобы не... Бывает, что отключаю дыхание, после того, как добегаю, обратно дышу. Вот такое бывает. Я не очень много не дышу. У меня нет такого. У меня до 7 минут доходило. Вот. А так, чтобы... Я знаю, что люди... Я знаю, что некоторые спокойно могут там по 24 часа не дышать. У нас же самый большой орган дыхания – это кожа, да? Вот. И мы можем на него переключаться. Но у меня пока немножечко... Немножечко в другом направлении я сейчас смотрю, но ну, дыхание тоже, потом тоже займусь им, чуть попозже. Вимхов интересно тебе, но у меня от него тревожность началась. Не знаю, почему с чем. Найдите другого, кто по дыханию, много же. Бутейка. Светлана, дорогая, огромное спасибо за ответ. Благодарю. Мы среди вас. Да я знаю, что вы среди нас. Йога в смысле растяжки? Но она же разная бывает. Йога. Ее очень много направлений. Подберите, какая вам больше подходит. Начните с классической. Вот, там же есть йога и гормональная, и ну, какой только нет. Вот. Начните просто с обычных асан, с растяжки, чтобы понимать вообще, как она происходит, как она тянет, как, насколько она нежнятинка. Вот. Но в том смысле, что она, с одной стороны, вот все такое нежное, а с другой стороны, что потом после йоги бывает, что идешь. Вот мы сегодня с сыном, я его забрала из школы, и мы пошли на репетицию. И пошли, и там такие много-много-много-много ступенек. Вот уже под конец, когда к ступенькам подходили, ко всем ступенькам, я чувствую, что у меня ноги прям забились-забились после йоги. Вот, сегодня у нас как-то был акцент на ноги с тренером, с галочкой.
Вот, поэтому прям она такая, со стороны кажется, что вроде как сюда потянулись, туда потянулись, ручку влево, ручку вправо. А так, особенно когда только начинаете заниматься, вот эти вот скрутки все, да, когда после, буквально после 2-3 занятий с правильным инструктором, и когда вы прям в удовольствие это делаете, спину очень хорошо отпускает, потому что там вот эти вот скрутки, но потом прям чувствуется, что у вас такое, спинка такая уже становится ровненькая. Вот здесь рекомендуют Александра, очень хороший инструктор по цигун. Да, ребят, можете прям под видео написать еще, если кто-то хочет дать какие-то ссылки. Просто единственное, ссылки бывают очень часто блокируют, но можете просто словами написать, и кому нужно будет, потом прочитают под видео. Это же очень приятно делиться такими. Если действительно он хороший, почему не поделиться? Откуда болезни у детей, которыми приходится деньги собирать на операцию по ТВ? Откуда такие болезни у детей? Ну, смотря... Да по-разному, Захар. Это же не обязательно. Тут же есть такой момент, что некоторые приходят... Вообще, в принципе, смотрите, мы же с вами сюда приходим, мы же все понимаем, что приходим за опытом, да? Но мы же за свою жизнь можем не один опыт прожить. Мы можем его прочувствовать через другого, но мы приходим за каким-то опытом. Вот. И, возможно, я сюда пришла за опытом умереть от астмы, от приступа. Вот. Это же очень страшно, когда ты лежишь в больнице, ты ребенок, тебе там 11-13 лет, да вроде ну, еще ребенок, но ты уже все понимаешь. И когда из твоей палаты каждый день вывозят мертвого такого же ребенка, с которым ты еще несколько часов хохотал, а его не смогли откачать, тут же при тебе там забегают, откачивают, не смогли откачать, это же секунды, и его увозят. Это же страшно. И у тебя же, ты начинаешь лепиться из этих страхов. Тебе же страшно встает жить. И не жить ты не можешь, и умереть тебе страшно. Ты ж, это такой получается кавардак, прям жуть. Но остается такая развилочка. И вот через эту развилочку ты все время такой идешь, ага. А вот здесь вот я могу либо свой опыт получил, умереть от заболевания, не обязательно от астмы, умереть от заболевания. Например, опыт душа хочет получить, а как это умереть от заболевания, да? Вот, и ты умираешь от заболевания от какого-то. А здесь есть развилочка, ты можешь умереть от заболевания, можешь пойти другой путь, другой опыт еще получить. И ты тогда идешь, но здесь, чтобы перейти на следующую развилку, здесь-то тропинка протоптанная, ты знаешь уже, как умереть от этой болезни. Перед тобой умирали эти люди. Ты знаешь, что тебя просто через пару часов вывезут с простынкой на лице. И все. А здесь неизвестно. Тут-то ты знаешь, да, это как бы это смерть. Но смерть — это голова. А все тело уже понимает, что да, ты уже можешь умереть. Ты готов. Ты уже несколько раз уже был с этими приступами. Ты готов это умереть. А здесь следующая развилка. Здесь не протоптанная дорожка. А здесь что? А вдруг там хуже? Здесь-то, я понимаю, здесь, может быть, там вообще там изрежут на кусочки. И ты выбираешь, куда идти. И это есть у каждого человека. Либо ты заканчиваешь свой опыт, ради которого ты пришел, либо ты идешь еще получать свой опыт. И ты в одной жизни можешь получить целый пул вот этих вот опытов. И когда мы говорим, что такое просветление, да, пробуждение, пробуждение сначала, потом просветление. Пробуждение – это когда ты можешь в одной жизни, не покидая это физическое тело, проживать другие опыты. Не через себя, через других. Что такое через других прожить опыт? Это когда у тебя нет осуждения. Вот он, например, там, она, например, там проститутка, а ты ее не осуждаешь, ты становишься ей. Не в физическом плане, а ты становишься и ты понимаешь, что она сейчас проживает, ты объединяешься с ней.
И тебе не нужно будет этот опыт проживать. А другой, например, там, хороших-то опытов мы с удовольствием проживаем там. О, этот известный, этот богатый, я готов прожить. А ты проживи, попробуй полюбить убийцу. Ведь очень часто мы можем любить того, с кем мы не столкнулись. Но и убийцу мы можем полюбить. А педофила вы можете полюбить? Это же одно из страшнейших вибраций, которые ты вообще можешь к себе подпустить. И вот когда ты можешь любого человека без осуждения быть с ним, значит, ты проживаешь его опыт. И ребенок, когда рождается в болезни, то есть, смотрите, есть же разные заболевания. И очень часто люди, например, начинают там лечить от каких-то заболеваний, которые люди с этими заболеваниями, дети, ну, вообще просто люди, с этими заболеваниями спокойно существуют. Но с этими заболеваниями неудобно тому, кто рядом с ними. То есть, например, ребенок с ДЦП, да, он в своем мире живет, у него там целый космос. Но родители хотят его вылечить, чтобы он был как все. Это не ребенку нужно, это родителю нужно, чтобы он был как все. Они не дают ему прожить свой опыт, потому что им страшно за себя, им страшно за то, как они себя чувствуют рядом с ним. Они же никогда не могут почувствовать, что у него там внутри. И здесь разное понимание, что такое болезни. Ведь очень многие приходят, мы же каждый опыляемся друг через друга. Мы же не просто даем свой какой-то опыт, что вот он пришел, что он получит, а ты что получаешь рядом с ним? Ты что получаешь, видя таких детей, видя по телевизору, как ты написал, да, когда собирают для таких детей деньги, для таких детей, для таких людей, для животных, неважно. Что ты чувствуешь, когда это происходит? Это же для тебя была эта информация. Как ты себя воспринимаешь? Что у тебя там начало всплывать в твоей голове, когда ты это услышал? А мобинг это по-немецки. Здесь буллинг в Германии распространен. Не любят они нас. Все понятно. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте и процветайте все. Здравствуйте. Задержка дыхания супер. Можно под водой плавать. Да. Я со задержки дыхания на выдохе. Делайте чаще, больше, всегда и везде. Они на выдохе и на вдохе разные. Не особо важны рекорды, главное регулярность. Верно, я здесь абсолютно согласна. Вопрос, влияют ли на человека надписи на одежде, футболки, куртки и так далее? У меня есть эфир, он в открытом доступе. Я там прям подробно рассказала. Так, ребят, а что, лимит, да, есть на этих, на интернетах? Ой, на эфирах. Что-то у меня выключается. Ну, сейчас еще, если будут включаться еще раз, то мы тогда с вами попрощаемся до вторника. Но в телеграм-канале у нас завтра будет эфир, потом у нас будет в закрытом клубе эфир, потом у нас будет на одном канале, потом на другом канале, потом здесь. В общем, надолго не прощаемся, кто еще есть в ТГ. Так, а что будет, если... полюбить каждого человека таким, как он есть. А ты попробуй. Я не о рекордах, я об опыте, в моем опыте. Чем проще и меньше питания, тем дольше. Боря! У меня там кролик грызет, сидит. Благодарю вас, уважаемый, столько ценной и полезной информации. Благодарю.
Так, по-моему, все, вопросы закончились. Либо у меня не едет. Все, да? Сейчас проверю. Ага. Как относитесь к каскадному голоданию? А вот. Давайте последний вопрос отвечу. Как относитесь к каскадному голоданию? К каскадному голоданию отношусь хорошо, если для кого-то это приемлемо. Но когда я пробовала на себе различные методы, то есть для меня это не актуально было. Не актуально было, знаете почему? Что, то есть каскадно это день есть, день не есть, два есть, два не есть, три есть, три не есть. Я тогда ходила до 9 дней, 9 дней ела, 9 дней не ела. Потом на убыль 8, 8, 7, 7, 6, 6. И вот когда я ела, то, вы знаете, я ела так, как не в себя. И думаю, ну, сейчас поем, борща наготовила, сейчас нужно же съесть этот борщ, а то он будет тухнуть в холодильнике. Хотя дети тут, они могли бы там тоже поесть. Собака, в конце концов, которая у нас все доедает, спасибо Жоре. Вот. Но вот это вот в голове сидело, надо доесть. У меня же еще в холодильнике осталось. И ты, я так напарывалась, что думаю, ну завтра же в голод, завтра же все нормально будет. Вот. А есть нормальные люди, в отличие от меня, которые могут немножечко покушать и на следующий день пойти опять в лечебное голодание. Вот такие вот молодцы, им подходит. Вот. И они себя очень хорошо чувствуют. Для меня, для таких, как я, не подходит. Ну все, ребят, вопросов больше нет. Я вас всех очень-очень благодарю за ваши вопросы. Подписывайтесь, чтобы нам не потеряться на соцсети, на различные. И, конечно же, ребят, конечно же, приезжайте на Новый год. В Новый год там будет очень-очень интересненько. В Новый год мы будем говорить еще и о планетах. Все, всем спасибо.